Ну что ж, друзья, отправляемся на одном из последних оставшихся в Москве электропоездов мотели ЭТ-2М по маршруту Москва-Тверь на ленинградском направлении. Сейчас торжки остались исключительно на маршрутах до Твери, обычных шеститысячных, ну и также, соответственно, так называемые деповские рейсы этих электропоездов по маршруту Москва-Крюково. Осталось буквально всего лишь несколько торжков, уже даже в Конаково комфорты поехали, полностью практически стали обслуживаться ласточками. То есть торжков на самом деле остается очень-очень мало. Прошедший вот капитальный ремонт и обновивший салон электропоезда переходят на работу на так называемый Балаговский участок, то есть участок Тверь-Балагоя, ну и Тверь-Торжок. Более древние электрички отправляются в Санкт-Петербург. Уже довольно-таки много составов ЭТ-2М из Москвы переехали в Питер, работают на маршрутах по Балтийскому направлению, Варшавскому, часть по Витебскому ездит, кто-то на Московском направлении. Друзья, все идет к тому, что главный ход Октябрьской дороги, по крайней мере от Москвы до Твери, скоро будет полностью переведен на ласточки. Встречная электричка «Ласточка Комфорт». Потому что здесь у нас пока что одна путка. Сначала мы будем проезжать платформу Рижская. К сожалению, она пока разобрана и до сих пор остановочный пункт не восстановлен, но ведутся строительные работы.